Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве своей матери. Задержанный рассказал, что причиной произошедшего послужил мобильный телефон, который она отняла у него. Разозлившись, мужчина схватил нож и нанес несколько проникающих ранений, после чего 54-летняя женщина скончалась. В данный момент расследование продолжается. Мама убила за то, что вот получилось так, что вот сидел дома, мама телефон забрала, из-за этого убил. А чем вы ее убили? Ножом.